вами. Самые красивые. Для спасения жизни новорожденных был закуплен препарат «Сурфактант» для профилактики дыхательных расстройств у недоношенных детей на общую сумму 1 764 500 гривен. И это увеличило выживаемость детей, родившихся раньше срока, до 83% от количества случаев. С целью предупреждения передачи внутриутробного инфицирования были приобретены тест-системы для бесплатного обследования беременных, рожениц, родильниц и детей на сумму 1 миллион гривен. Вышеуказанные мероприятия позволили снизить заболеваемость инфекционными врожденными заболеваниями ровно в 2 раза.